Всем добрый день! Сегодня у нас первое домашнее цветение, и в цветении у меня две одинаковых красавицы. Цветут одинаково, мне повезло, цветут как заявлено, а размеры у них разные. Этот кустик у нас размером 1,7, а этот кустик я брала в размере 2,5. Этот получился у меня долгожитель. Покупала я его осенью 2021 года, когда они только появились. Я думала, 100 лет до цветения. Он у меня, правда, сидел очень долго. Вырастил только один вот этот вот длинный листик. И когда появились в продаже экземпляры покрупнее 2,5, я купила этот. Думала, этот быстрее зацветет. Все-таки цветов хотелось увидеть. Кустик у меня был красивый. Листик мне не понравился. Были какие-то неприятные, некрасивые пятна. И я их удалила. И так получилось, что обе красоты одновременно выпустили цветоносы. И решили меня порадовать своими цветами. Цветочки очень красивые. Ажурненькие. Хочу сказать, камера моя немножко засветляет. У них более глубокий такой цвет. И у размера 1,7 цветочки немножко меньше. У этого кустика цветочки 8 сантиметров. А у этого крайние 8,5. А вот эти вот два дальних по 9 сантиметров. Очень достойный размер. Вообще просто бомбовый размер, я хочу сказать. Обычно красивые бабочки почему-то в мелком размере. А это, в общем, шикарная красавица. И размер цветов очень достойный. Аромата у них нет. Я так думаю, и без аромата они очень такие нарядные, яркие и просто замечательные. Если посмотреть на общий план растений, то, надо сказать, соотношение кустиков, высоты цветоноса и цветочков просто замечательное. Компактный кустик, не очень высокий цветонос. И довольно-таки крупные цветы. Я хочу сказать, что цветок просто бомбовый. У меня так получилось, что их две. Но я не знаю, буду я продавать одну или не буду. Или, может, все-таки оставлю себе и вторую, раз так получилось. Но даже вот размер 1,7 очень мелкий и уже цветет. То есть не очень тугой, мне кажется, к зацветанию. Просто, может быть, создать условия. Я вот этот маленький кустик я досвечивала. В эту зиму я досвечивала. Прошлую зиму стоял на окне вместе со всеми. А в этот год я поставила под лампу. И мне кажется, вот лампа помогла ему зацвести. Ну и сейчас вот повторюсь, цветут одновременно, красота неимоверная, недешево, да, недешево могу сказать, но для тех, кто думает, задумывается, брать, не брать, хочу сказать, берите, достойный цветочек, как на меня, так очень вообще такой королевский какой-то, прям. Больше добавить мне нечего. Все видно и так. На этом, думаю, будем закругляться. Всего вам хорошего. До следующих встреч.